Всем привет! Короткое видео о том, как вставить ссылочку на видеоролик. Вернее, не ссылочку, а сам видеоролик, как вставить в ваш блог. Итак, для начала вам нужно найти сам ролик, видеоролик, да, на YouTube. Для этого в строку поиска вводим, например, да, презентации проекта «Экспресс-карьера». Нажимаем «Найти». И вот я тут нашла нужный мне ролик. Вот его адрес, он нам сейчас пригодится. Теперь мы идем в наш блог, редактировать наш блог. Загрузились мои блоги. У вас там, возможно, только один пока. У меня уже много. Я вот этот блог сейчас немножко изменю. Нажимаем на название блога. Я хочу вставить видеоролик на главную страничку, на первую страничку. Оно в сообщениях. Все остальные странички – это просто страницы. А сообщения – это главные страницы, которые у вас в блоге. То есть это там, где ваша фотография и начало о работе, презентация работы. Итак, нам нужно изменить. Это текст, да, я здесь ставила просто так текст. И вот, например, сюда я хочу вставить видеоролик. Вот здесь, где-то мне здесь нравится. Здесь есть такая кнопочка «Вставить видеоролик». Нажимаем. Дальше, если вы скачали вот эту презентацию к себе, то вы можете загрузить просто в YouTube и сделать свой собственный канал. Но если у вас его пока еще нет, можно просто вставить видеоролик из YouTube, из чужого канала. Нажимаем с YouTube. Переходим обратно в видеоролик, копируем адрес видеоролика, вставляем сюда, нажимаем поиск, вот он нашелся, нажимаем на него, он выделяется, и теперь выбрать. Вот он у меня вставился в блог. А его можно перетащить вправо-влево, например, я сейчас вправо его перетащу. Мне он здесь больше нравится. И сохранить. Если у вас блог уже работает, если вы уже его опубликовали, то нужно еще публикацию нажать. У меня этот блог пока не рабочий, он так, просто так, страничка. Еще несколько раз нажмите сохранить, чтобы он точно сохранился с правой стороны. Теперь нам нужно просмотр. Загружается наша страничка. Вот загрузилась наша страничка. И смотрите, видите, у меня почему-то вставилось посередине. Закрываем. Вот эту страничку тоже закрываем. И еще раз нажимаем «Изменить». Видите, он опять посередине. Его перетаскиваем направо. Вот такой маленький глюк почему-то в блогере. К сожалению, приходится несколько раз это делать. Еще раз сохранить. И еще раз просмотр. Все, наш видеоролик загружается теперь сбоку, справа. Еще заодно покажу. Это мы закрываем. Так, эту страничку мы тоже закрываем. Еще как можно исправить ширину блога. На всякий случай расскажу, может быть, не знаете. Идем в шаблоны. Настроить шаблон. И сверху есть вот такая панелька. Здесь можно выбрать любой другой шаблончик. Полистайте, повыбирайте. Можно все понажимать, посмотреть, как это будет выглядеть на вашем блоге. Если вам какой-то уже понравится, можно просто применить к блогу или просмотреть блог, если вы пока не знаете, как это будет выглядеть. Еще что есть? Есть фон, можно изменить фон, фоновое изображение. В общем, сейчас, секунду. А вот фоны, да? На стрелочку нажимаете, можно полистать, повыбирать, выбрать здесь, какой вам больше нравится. В общем, здесь очень много всего, можете покопаться, посмотреть, когда будет время. Регулировка ширины.
Весь блок – это вот эта вот часть, где ваше сообщение. Его можно немножечко расширить. А вот это вот сообщение можно немножечко сузить. Я уже здесь сузила. Он бы стоял у вас на серединке. Вот, что еще? Можно дизайн изменить, то есть как блок будет выглядеть. Можно еще дополнительно изменить шрифт, изменить цвет шрифта. А здесь где изменить шрифт? Например, вы хотите ссылки, да, изменить, то вам вот предоставляется, да, цвет ссылки, какой будет цвет, цвет посещенных ссылок, то есть уже которые нажимались, и цвет при наведении на нее мышкой. Название блока можно изменить, соответственно, да, все здесь по вкладочкам, все по отдельности. В общем, смотрите, развлекайтесь, наслаждайтесь работой. А у меня все. Всего доброго.